Всем привет! Сегодня в нашем обзоре уникальная модель генератора FUBUC DS9500XDES. Его главная отличительная особенность в том, что к нему можно подключить мощное однофазное или трехфазное оборудование без потери выходной мощности. То есть генератор выдает одинаковую мощность в обоих случаях. А такая задача очень часто возникает, например, на стройке, где наряду с трехфазными потребителями, скажем, насос или бетономешалка, нужно запитать мощное однофазное оборудование, к примеру, сварочный аппарат. Покупать два генератора – это накладно. И тут на выручку приходят генераторы FUBUC с расширением XD. Все это проверим в работе, но для начала познакомимся с ним поближе. Итак, для начала, что в комплекте? Транспортировочный набор колес и ручек. Отличное решение, на любой стройке это большой плюс. Кабели для зарядки аккумулятора. Ключи зажигания. Топливная воронка. Ключи 8 на 10, 14 на 17, 13 на 16 и инструкция, конечно. Что по оснащению? Силовая розетка 32 ампер для мощных однофазных потребителей. Розетка 400 вольт 16 ампер для трехфазных потребителей. Обе розетки имеют индивидуальные предохранители от перегрузки. Кнопка предпускового подогрева. Очень полезная функция, она обеспечивает генератору легкий запуск в холодное время года. Переключатель режимов работы 230-400 вольт. Электростартер, позволяющий запускать агрегат всего лишь легким поворотом ключа. Аккумулятор, он входит в комплект поставки. Цифровой многофункциональный дисплей 5 в одном. Он покажет напряжение, частоту, моточасы, мощность и ток. У генератора надежный и качественный сварной топливный бак на 12,5 литров с указателем уровня топлива и фильтром-сеткой. При загрузке 3 четверти станция будет бесперебойно работать до 10 часов. Большой плюс, когда генератор собран на усиленной металлической раме. В нашем случае это прочная труба диаметром 32 мм. Двигатель и альтернатор установлены на раму через демпферы, которые значительно гасят вибрации во время работы и перемещения аппарата. Ну что же, давайте проверим возможности генератора в действии. У нас два мощных компрессора. Однофазный и трехфазный. Сначала запускаем наш генератор и несколько минут прогреваем. Теперь можно подключить нагрузку. Выбираем режим на 400 вольт. Включаем автоматический предохранитель. Запускаем нагрузку. С помощью токовых клещей можно увидеть показатели. Сила тока почти 15 ампер или 3 киловатта. На остальных фазах столько же. Напряжение на дисплее генератора видим 400 вольт. Теперь проверим работу однофазной розетки. Переводим станцию в режим 230 вольт. Включаем автоматический предохранитель. И запускаем нагрузку. Смотрим на показатели. Видим, что двигатель работает без перегрузки. Несложный наглядный эксперимент. Показывает, если нужно универсальное решение, то выбор очевиден. Мы увидели, что генератор не имеет ограничений по подключению однофазных потребителей, которые присущи традиционным трехфазным генераторам. Наряду с возможностью выбора режима без потери мощности, однофазный или трехфазный, генератор обладает всеми конструктивными преимуществами серии DS. Системой автоматического контроля напряжения, системой принудительной прокачки топливной системы для удаления воздушных пробок. Обмотки альтернатора выполнены из меди. Есть защита от перегрузок и датчик давления масла для контроля системы смазки. Ну и напоминаем, что фирменная гарантия FUBUC 2 года.
Сервисные центры на территории всей России помогут провести ТО и справиться с обслуживанием, если возникнет необходимость. К этой модели генератора подходят все рекомендации по первому запуску и консервации. Ролики на эти темы вы можете найти на нашем канале. Остались вопросы? Пишите их в комментариях или в нашей группе ВКонтакте «Фубокраша».